кстати, кофе заварил из воды, которую набрал в источнике. Еще вкус вполне приятный. Запах у воды, которую набрал в источнике, немного отдает сероводородом. Такой запах болота, наверное. Почему-то болото оттенок твою душу дорогу. Чему на встречку ж не выйдешь. Кстати, вот это неправильное мнение о том, что вот эти вот болота — это погонь и прочее, прочее. Болото — это естественное природное образование, саморегулируемая, самоочищающаяся система. В болоте живут лягушки, которые, как известно, дышат кожей. И если вода отравлена, то амфибии не выживают и погибают. Да, болота приносят какие-то неудобства человеку. Например, комары и кровососы. Так, заправляться сейчас или позже? Это ННК, по-моему, компания. На ней надо заправляться. Это не ННК. Людям нравятся праворульные, потому что они стоят очень дешево, и качество тоже не последнюю роль играет.
на ННК, но она слева. Там есть поворот? Нет. Заеду я на эту ННК. Так, посмотрим, сколько у меня места. Литров. Ну ладно, пусть будет 20 литров. Набирать обороты в популярности своей и красоте. И вот этот сезон прям я обожаю хризантемы. Да, Саша, а такой вопрос, а как выкручивается твой муж? Ведь у него жена флорист. Вы получаете такие эмоции, как мы, например, да? Не соприкасаясь. Конечно, естественно. Я очень радуюсь. Я очень радуюсь. Там, во-первых, уже знает, что просто одну розу не принесешь. Нужно нести что-то необычное. Ну и обычно, когда у меня очень красивая поставка, пересменка, что ли? И он знает, что нужно делать. Заказ получен, заказ выполнен. Ну и еще, наверное, один последний вопрос. Дай совет, что делать, чтобы цветы дольше не вяли, чтобы стояли, радовали нас долго. Во-первых, нужно перед тем, как поставить цветы в вазу, нужно помыть эту вазу, чтобы никакой пыли не было, вроде бы она чистая, но все равно ее нужно освежить, потому что микробы размножаются очень-очень быстро на пыли. Затем обновить срез на 3-4 сантиметра под угол 45 градусов острым предметом, таким как нож либо секатор. Ножницы в этом случае лучше не использовать, потому что все сосуды просто пережимаются, и вода не поступает, ну, естественно, бутон вянет. Вот. Ну и использовать специальную подкормку, кризал, есть во всех цветочных магазинах, они даются либо в букеты, либо можно приобрести отдельно. А правда, вот, что нужно розу в кипяток поставить, и она или там любые цветы, не знаю? Ну, кипяток это в тех случаях ставится, когда начинает увядать. То есть голова упала, вода уже вроде подрезали и поставили в воду, и ну, там замочили, что только делать, не помогали. 40 секунд в кипяток, и все, будет. А вот еще коллега противоположного пола сегодня прям с утра, прям в эфире требует с меня букет цветов. Ты посмотри, можно ли в качестве ответного президента попросить коньяк? Можно все. Но сначала букет цветов. Спасибо, Саша. Саша, спасибо тебе большое за хорошее настроение, отличного тебе пятницы и шикарных выходных. Да, ну и, как говорится, да, чтобы бизнес приносил не только удовлетворение. Ой, спасибо большое, вам тоже хорошего дня. Спасибо. Друзья, с нами на связи была флорист, создатель студии цветов Саша Бакаева. Молодец. Хорошее настроение нам сегодня обеспечено. Да, и про ответный подарок она тоже хорошо сказала. Да? На связи Владивосток FM. Номер для WhatsApp-сообщений 8-904-629-0209. Откормы, не стираю обиждения.
Так. Теле 2. 75% сигнала 4G. Мегафон. 50% мощности сигнала LTE. Все, практически все праворульные. Практически все праворульные. Ну, впереди стоит джип. Такая резина у него. Вот на такой резине можно по трассе Колыма. А он, по-моему, и собрался. А, правая рука. Праворукая. Литров, говорит, можно долить. Удобная функция, кстати, очень удобная, когда не нужно высчитывать, сколько пустого места в баке. Так, Датакам ушел в режим парковки. Так. Канистру еще будет набирать.
интересную практику ввели, блин. Продают канистры на заправке для бензина из пластика, а заправлять не разрешают.
велосипеды 54-50, а там 47, сколько это, 90, 47, 80. Местное время 9 часов, в Москве 2 часа ночи, разница 7 часовых поясов. Какая-то машинка подозрительно стоит справа, вон впереди. Только я не разобрал, водители встречные мигали фарами или это неровная дорога.
этого Уссурийска. Раньше скамейка думать.
Я уступал дорогу, ты сопли жевал. Я уступил полосу, перешел на правую, чтобы автомобили, которые спешат, могли обогнать меня. Один обогнал, а вот эта Скания за мной, которая едет, плелся, как не знаю кто. Вот теперь пошел на обгон. Дальнобойщики сами называют скамейкой. В Уссурийске я был один раз, давно очень, когда из Владивостока ехал в Москву. Еле-еле нашел место, где заночевать. Прям за железнодорожным переездом. Ночью приезжал гаишник. Он постоял немного и уехал. Ко мне не подходил. Означает, здоровался или что?
Да. Все риска. Облака постепенно рассеиваются. Солнышко уже начинает грозить в левый глаз. Близко, совсем близко. Через 9 километров принять влево на дорогу Ан-30.
небо совсем, облачность почти растаяла. Так создается видимость облаков. Сейчас прогреет солнце лучами своими, эти облака растают. Если не изменяет память, вот такая дорога, по-моему, до Владивостока. Съемка на правую камеру. Очень неплохой ракурс.
навигатор. Заезжает он. Заводит он меня в Уссурийск или нет? Странно ведет.